Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Прошел третий городской смотр-конкурс почетных караулов, посвященный 70-летней годовщине окончания Великой Отечественной войны. Юноармейцы из 19 отрядов показали свое умение владеть оружием, синхронно маршировать и двигаться. Пример в этом, задав высокую планку, показал почетный караул поста номер 1, который неоднократно выступал на всероссийских смотрах. Им было что показать. Критерии основные остались те же самые. Слаженность строя, синхронность и исполнение песни, но из-за техники безопасности были введены некоторые ограничения. То есть нельзя перебрасывать друг другу. Над собой надо подбрасывать ниже, чем можно было. Ну и так далее. Места на смотре конкурса распределились таким образом. Команда из городской школы номер 3 заняла третье место. Второе место у школы номер 2, а победителями признаны ребята из 47-й чеченской школы. Александра Леонтьева, Анна Хвостова, специально для Забинфо.ру.